Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы готовим пангасиус с овощами. В духовке я буду запекать. Я взяла баклажан и перец замороженные. Лук, если вы любите лука побольше, я вот 3 луковки взяла. 2 морковки, специи взяла для рыбы, соль, лимон, сыр, майонез, горчица и масло. Ну все, в процессе покажу. Первое, что мне нужно сделать, это рыбку замариновать. Поперчить ее. Вот этими специями сейчас я ее натру. Посолить. И немножко побрызгать лимончиком. Все очень быстро готовим. Так, сейчас я это натру. Пусть пока рыбка стоит. А я буду обжаривать баклажаны. Лук я разрезала полукольцами. Морковь я крошу кружочками. Баклажаны я обжариваю на масле в большом количестве. Это блюдо жирное. И закрыла крышкой, они у меня замороженные, чтобы не стреляло. В другой сковороде я буду обжаривать лук. Вот так вот у меня уже обжарился лучок. Я сюда закидываю морковь. И сюда же замороженный перец. Так как я буду запекать эту рыбу в духовке, вот на этом листике, я вниз кладу баклажаны. Так, я баклажаны подсаливаю прямо здесь на листике. И овощи, которые у меня тушатся, мне тоже их нужно подсолить. Минут 7 еще и хорошим. Девочки, мальчики, я уже говорила, это блюдо очень жирное. Вот сколько там, 1,5 ложки. И вот так где-то 3 ложки майонеза. Представьте себе. Я не хочу посуду марать, я ленивая. И вот так горчицы. Сейчас это все обмажем, эту рыбку. Я ее порезала крупно, все овощи крупно, все у меня крупно. Кому нравится помельче, крошите помельче, все режьте. Я включила духовку прогревать на 220 градусов. Вот на баклажаны я кладу вот эти овощи, лучок и морковочку. И сверху я положу рыбку. Так, на овощи я кладу рыбку, кусочки. Все. Так, девочки, все это, девочки, мальчики, прикрываем фольгой. Не пригорело. Я побрызгала, кстати, маслом. А то подумаю, спросите, чем я тут брызгаю. Так, ну все. В духовку ставлю. Но... Так, и надо... И убавляем духовку на 200 градусов на 35 минут. Прошло 30 минут. Я достала рыбу из духовки. Она уже очень нежненькая. Видите, не зажаренная, ничего. Очень жирная, кстати, я уже говорила об этом. Так, и теперь я все это посыпаю сыром. Количество ингредиентов я не указываю, потому как
Каждый готовит для своей семьи. Какая у вас семья? Большая, маленькая. И все. Вот, смотрите. И сейчас я ставлю в духовочку, пусть сыр немножко зарумянится. На гарнир я сготовила рис. И сейчас мы будем все это кушать. Смотрите, как там все запекается. И вот вам, пожалуйста, пангасиус под сырной корочкой на шубке из овощей. Готов! Как это божественно пахнет! Можно сейчас немножко посыпать сверху зеленью, украсить и все, подавать к столу. Горячее. Смотрите, немножко подзолотилась эта сырная корочка. Слюнки текут. Очень-очень вкусно. Посыпала сверху немножко зелени. Я ее замораживаю вот в таких вот мешочках. Укропчик и зеленый лук. Можно еще посыпать в тарелочку. Кому как нравится. Раскладываю по тарелочкам. Положила риса и рыбку с овощами. Ой, божественный запах. Наверное, не дождусь. Ну все, девочки, мальчики, всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И всем всего хорошего, до встречи. А это уже послесловие. Не поверите, рыбка до такой степени нежная, что ее глотаешь и не чувствуешь. Очень вкусная. Thank you.